Всем привет. Приехал в Шумовер. Шумомер. Такая вот штука. Так. Я его уже открывал. Коробка нам бесполезна. Чехольчик такой приятненький, как бы я бы сказал. Не похож, знаешь, прям совсем на Дешман. На маме. Есть кармашки даже, нифига себе. То я не видел. Есть батарейки в комплекте, я их не покупал. Я просто скрывал, чтобы посмотреть, какие здесь они вообще должны быть, чтобы купить. Но, как оказалось, это даже не надо будет делать, они здесь есть. Так, ладно. А, вот эта штучка уже отваливается сама. Я не стал покупать за 7 тысяч, за 5 тысяч, потому что они все одинаковые. Абсолютно. Купил не самый дешевый, но такой. Чтоб, как говорится. Там были вообще дешман какой-то непонятный. Ну, ля, какая сопля у нее. Но дома эта штука не нужна, скорее всего. О, работает. Min Max FS. Да ну. Холд работает, я что-то пока не понял. Слоу. А, слово режим. Но он не похож на какой-то, знаешь, говнянный. То есть вот на голос он реагирует на мой нормально. То есть, по крайней мере, он работает вообще как устройство. Это достаточно неудивительно, потому что все-таки они хоть как-то их проверяют на заводе на своем. Ну-ка. Раз, раз. Вот Макс, как это Макс работает? Раз. А сотка, нихуя. Ну это потому что я близко орал. Min Max. Неплохо. Я бы сказал. Штучка эта может снимается, но я в этом не вижу смысла никакого. Работает, чем могу сказать. Модель ТА-8151. Заказывал в Китае при доставке из России. Приехала с деком, но с деком приехала, интересно, она не индивидуально, естественно, приехала, а общая машина, то есть приезжает к вам в город, приходит смс-ка и типа вы просто приходите, получаете посылку. То есть типа курьерская служба, но на весь город. То есть набирается сколько-то посылок, и они везут в этот город. Всем приходит смс-ка, получаешь. То есть не так, что тебе индивидуально в квартиру привозят, а вот. То есть, ну это нормально, в принципе. Ну чехол я сразу отдам кому-нибудь, батюку, например. Мне он точно не нужен. Коробку я выкину. Тык. Да, теперь было бы неплохо все это замерить, конечно, в плане акустики, но нахер оно надо. А это, кстати... А, да-да-да-да-да, я понял, для чего эта штука. Чтобы вот так вот ставить. Угу. От 30 до 130. Low battery display. Понятно. Да, ну-ка, если мы кое-что еще проверим.
Мне интересно один момент, правда, как его проверить? Вот это мне тоже сейчас интересно. А, вот что-то есть какое-то говно. Какой-то особо разницы я не вижу, чтобы вот с ней и без. Иногда с ней больше, иногда с ней меньше. Но прямо какой-то критической разницы я не чувствую. Поэтому можно с ней замерять будет акустику. Ну, не только акустику, конечно. Вот если... Я так не вижу сам-то ничего. На камеру-то видно. А, ну я хоть с камеры посмотрю. Ну, 48 дБ он мне в комнате с двумя компами. Интересно. Интересно. Смотри-ка, прикол все будет. Так. Интересный момент. Она только будет поскручивать здесь все везде. Потому что включать щелки без проца, без активного сигнала не стоит. Так. То есть просто банально. Так. Как бы нам это сделать правильно? Интересно. Ну я, в принципе, догадываюсь, как сейчас амикулятор здесь выключу. Так, ну-ка.
Прислонить? Не, ну прислонить не получится. Это будет неправильно. Это будет нечестный замер. Вот так получается. Попробуем так примерно. Так, я включу. Ну, 3 дБ она добавляет. Примерно. Где-то так. Не, ну BM слышно сильнее, у нее по крайней мере два вентилятора. Но вот самое интересное, это будет вот это вот чудо. Если я сделаю вот так вот, наверное, просто банально. Просто посмотрим, что будет. Будет жесть. Будет просто жесть. Я сейчас перестану говорить, посмотрим, какой фон общий. А потом включу по 1100. На 7 дБ громче, чем все остальное. Так, ну что могу сказать? Интересненько. Достаточно интересненько. Неплохо.